Як зберегти вічну молодість – питання, яким задаються жінки в усі часи. Власне, сучасна косметологія пропонує такий спектр процедур, що і проблема – не проблема. Про ін'єкції вічної молодості сьогодні у проєкті ЖЖ. Юлано, привіт. Привіт. Ботокс – це абсолютно не новинка в косметологічній індустрії, проте дійсно, що багато людей не розуміють, що воно таке. Ти дійсно права. Препарати ботулотоксина – це не новинка. Ми вже більше 50 років наслышані об цих препаратах і активно використовуємо їх і в медицині, і в естетичній косметології, і в неврології. Чекай, ти сказала токсин. Це яд? Да, Алена, это токсин. Это действительно самый сильный биологический яд в природе. Мы работаем в дозах примерно 10 в минус 9 степени, то есть на стандартную дозировку ботулотоксина это примерно 2 нанограмма токсического вещества. Поэтому это абсолютно безопасный препарат. И також ты сказала, что цей яд, цей токсин використовують в медицине. Де саме, в яких сферах? Ботокс, в принципе, начал свое происхождение с офтальмологии. Это был Алан Скотт, офтальмолог, который делал инъекции ботулотоксина прямо в мышцу глаза пациентки с блефароспазмом. Помимо того, что у нее действительно улучшилось зрение, у нее пропала эта проблема мышечная, эти тики, у нее как один из положительных симптомов это разгладились морщинки возле глаз, гусиные лапки. Щодо косметологии, як саме и где використовують ботокс? Можно разделить наших пациентов на две категории. Первая категория – это абсолютно здоровые пациенты, а вторая категория – это уже пациенты с нарушением какой-то мышечными проблемами. Это те же тики, треморы, какие-то проблемы после инсультов, то есть это какие-то перекосы. Естественно, больше всего мы работаем в эстетической косметологии. Мы можем работать, в принципе, со всеми зонами на лице, смело, не боясь, зная правильную дозировку, зная анатомию лица. Перед тим, як ми продовжимо, скажу нашим глядачам, що про ботокс сьогодні ми не тільки теревенимо з Юланою, ми обов'язково покажемо, ну, принаймні, один з напрямків його використання в косметології. Це наша модель Катя, їй 20 років. Катю, чому зважилася на цю процедуру? Предотвращаю старіння. Зрозуміло, Юлано, і отут я пропоную розвінчати перший міф про ботокс – вікові показники. В першу чергу процедура ботулінотерапії – це профілактика. Це не лечення морщин. Ми працюємо з мімічними морщинами. Це ті морщини динамічні, які з часом перетворюються в статичні. Ми можемо на легкому стретч-тесті перевірити. Вот коли наша модель в розслабленому стані, у неї вже видні горизонтальні морщини лба. Підніміть, Катя, бровки. Вот когда мы в динамике, вот наши мышцы сокращаются, у нас формируются первые морщины. Колоти ботокс до тебе приходят только жінки, чи звертаются навіть чоловіки? Конечно, мужчины обращаются, потому что мы устраняем не только мимические морщины при помощи ботокса. Также мы работаем с зоной подмышек при лечении аксилярного гипергидроза, повышенной потливости. Ты мне скажи, с какого все ж таки віку можно починати колоти ботокс? Ботокс. Ботокс не имеет никаких возрастных показаний. Во-первых, в неврологии мы работаем с молодыми, с детками, с малышами. Там это возраст от 2 лет, и там безумные у нас дозы инъекций. Это несравнимые дозы с дозами в косметологии. В основном прямое назначение это с 16-18 лет. С тех пор, когда наша мимика начинает активно сокращаться и появляются первые морщины. Потому что, я повторюсь, это профилактика. После того, как мы оговорили с пациентом те зоны, с которыми там, мы планируем сегодня работать, мы делаем разметку лица, чтобы вычислить для себя опасные и безопасные зоны работы. Мы обязательно объясняем пациенту, как это будет работать, какие зоны мы будем захватывать. Мы можем работать с верхней третью лица, это лоб, межбровье, глаза, средняя треть. Нос, мышцы носа. Мы можем работать с носогубными складками, с морщинами-марионетками, с кисетными морщинками. Мы можем немножко ослабить тяжи платизмы мышцы шеи. Мы можем поговорить с нашим пациентом в профиль. Вот спросить там, Катя, как погода?
Фатима. Хорошо, погода. Вот у Кати немножко у нас есть движение носа. Со временем кончик носа у нашей Екатерины будет опускаться. Мы можем скорректировать эту эстетическую проблему, немножко приподнять кончик носа, а также спрофилактировать появление так званых кроличьих морщин. Это морщины, которые формируются вот в зоне носа. У Кати все прекрасно. У нее повышенная активная мимика, это область лобика и глобулярный аппарат межбровья. Катя, вы можете ложиться. Кстати, хочу развеять наш еще один миф, что пациента мы можем индицировать сидя, лежа, как это удобно и врачу, и пациенту. Потому что долгое время считалось, что инъекции ботокса можно колоть только сидя вертикально. Юлано, наскільки болісна ця процедура? Процедура... Хоча, певно, про це краще спитати у Каті. Процедура безболезненная, чувствуется только прокол. Тоже один из мифов, что процедуру обезболивать нельзя. Процедуру обезболивать можно, но показаний прямых к этому нет, потому что действительно это терпимая, абсолютно терпимая процедура. Щодо підготовчого періоду та про те, як доглядати за шкірою після проведення процедури. Каких-то особых назначений пациенту мы не даем перед проведением процедуры. Это основные такие противопоказания, то есть это прием непосредственно перед процедурой кофе, алкоголь. В принципе, пациент ведет свой привычный образ жизни, так же само и после процедуры. Еще один из мифов мы сегодня развенчаем – это прием алкоголя. Долгое время мужчины никак не могли настроиться на эту процедуру, потому что запрещали принимать алкоголь в течение 2, 3, 4 недель после процедуры, и мужчин это останавливало. Принимать мужчины можно в этот же день. Желательно не заниматься спортом в течение первых пару дней, не посещать сауны, солярии и бани. Як доглядати за шкірою після проведення процедури? От протягом того часу, скільки тримається ботокс і скільки взагалі ботокс може протриматися? В середньому всі фармакологічні компанії, які займаються производством ботулотоксина, їх рекомендована длительность – это 3-4 месяца, не более. Это тоже миф, что ботокс длится 6, 8, 12 месяцев. Это все зависит от того, насколько быстро отрастают наши нейроны. По поводу нашего ухода. У нас обычный уход за лицом ежедневный. Да, там это утренние, вечерние какие-то манипуляции красоты. Как работает ботокс? Ботокс – это белок, который нарушает передачу нервного импульса к мышце. То есть, грубо говоря, мы блокируем нерв. Не мышцу, нерв. Мышца в это время, очень многие боятся, что мышцы атрофируются, перестают работать. Они не атрофируются. На какой-то определенный промежуток времени мышцы все равно, она получает кислород, она кровоснабжается, то есть там все хорошо, просто она немножко в более расслабленном состоянии. Поэтому мы не можем привычно хмурить брови, там, подымать, удивляться слишком активно. Какие противопоказания? Это беременность, лактация, сахарный диабет и непереносимость пациента именно каким-то белковым соединением. На кого не діє ботокс? Не діє на очень активных спортсменов, потому что у них очень сильно повышено кровоснабжение. У них слишком интенсивные активные тренировки. Вот, ну, это буквально 1-2 месяца. И у них действительно эти все процессы ускоряются. Вот эти процессы называются спраутинг. Що може звести нанівець дію ботоксу? К сожалению, антидота к ботулотоксину пока нет. Могут послабить результативность. Это препараты витамины группы В, нейровитан, нейронокс, основные препараты. Также это какие-то процедуры миостимуляции. Хотя один из мифов, что после процедуры ботулинотерапии нам нельзя там ни гиалуронку подкалывать, ни массажи делать лица. Можно делать все. Можно делать массажи, можно делать лимфодренажные массажи, можно делать процедуру микротоки. И про то, что может пойти не так? Это могут быть болезненность в точке прокола инъекции, это может быть синяк. Вот эти все лица, блокированная полностью мышечная активность, это там лица 90-х годов, просто врачи еще не знали дозировку, они не понимали, как сработать с таким лицом. Сейчас уже это все
Ну, врач сам определяє, назначає і веде свого пацієнта. Сьогодні ти багато згадувала про міфи. Багато людей думають, що ботоксом можна накачати губи. У многих пациентов есть такое понятие, как гингивальная улыбка. При улыбке оголяется зубной ряд и десна. Мы можем исправить эту косметическую действительно проблему для пациента. Але накачати губи ботоксом це нереально. Ми можемо ослабити верхню губу, яка зажимає, її не видно. Ми можемо її немножечко вивернути, але ми ніяк не можемо там... І ще один міф, як мені здається, це те, що люди думають, що ботокс – це дуже дорога процедура, і це процедура переважно голівудських зірок або дуже-дуже багатих людей. Це не найдорогостоюча процедура красоти. Дійсно, голівудські зірки люблять цю процедуру практично. Практически я не могу назвать, кто не делает эту процедуру, я вижу эти лица. И они сознаются в этом и не видят ничего такого? Многие звезды сознаются, да, потому что в этом действительно ничего такого нет. Это такая временная фора. После проведения процедуры, как швидко проявляет себе результат? В среднем результативность можно заметить на третий-четвертый день, но мы наблюдаем за пациентом в течение 2 недель. Если нужно, через 2 недели мы делаем легкую докоррекцию. Сподіваюсь, что в нашем случае все будет гаразд и мы побачимо цей результат. И аби все было по-честному, мы зустрінемось с Катою за тиждень и подивимось на результат. Минув рівно тиждень з нашої зустрічі, і стільки ж часу ми дали ботоксу, щоб проявити чудодійні властивості. Дівчата, привіт! Привіт! Дуже не терпиться побачити результат, тож демонструйте. Катя, попрошу тебе підняти бровки, удивіться, і нахмуритися. Я бачу цей ефект, і глядачі також побачать його на порівнянні. Так розумію, що ви уповільнили появу мімічних зморшок десь на кілька років. Юлано, і також бачу, що ти дійсно задоволена результатом. Хочу відмітити, що дуже рідко процедура ботулінотерапії не дає видимого ефекту. Результат хороший практично завжди. Катя, розкажи про зміни, які відбувалися з тобою протягом цього тижня. Ніякі болевые ощущения після процедури в перші дні і последующі я не испытывала. Результат я увидела уже на третий-четвертый день. При активной мимике пропали морщины. Мы развенчали большинство мифов о процедуре ботокса. Я надеюсь, самый главный из них, что ботокс – это зло. Звісно, ботокс не панацея від старіння, проте з його властивостями навряд чи варто сперечатися. А отже, колоти чи не колоти – вирішувати вам. Це проект ЖЖ, мене звати Альона Ільченко. Побачимось за тиждень.